Здравствуйте, ребятки. В этом видео хочу показать вам, как я переделал горелку звездочка на обыкновенном газе, на пропане, вместе смешивая вместо кислорода воздух, обычный воздух. Вот разъемчик. Сделана головка из трубки вот такой. Это трубка, объем ее 16 миллиметров, длина 10 сантиметров, от края до дырочек 3,5 сантиметра. 4 прореза на длине сантиметра. От баллона пропана идет шланг, вот, и до горелочки компрессор. Вот, смотрите. Так, 6 атмосфер нам надо. 6. Через фильтр будем подавать воздух. Присоединяем разъем. Вот присоединили разъемчик. Вот наш воздух идет. Вот. Зажигаем. Вот смотрите, как просто на газе только работает. Вот. Больше дам потухнет. Вот. Видите? А смотрите, что будет происходить, когда простой воздух просто буду добавлять. Вот. Как плавили эту пластинку, вот алюминий как кап, а вот медную проволоку мы толщиной, не знаю, миллиметра полтора погрели немножко, и вот пошла течь, плавилась, видите,
Вот такая горелка, ребятки, получилась с воздухом смешанный пропан вместо кислород. Работает ужас. Греет моментально все и плавит. Сами видите. Спасибо за внимание, ребятки. Будьте здоровы.